Здравствуйте, дорогие друзья. Наш читатель Юрий Маркин спрашивает, как оказать первую помощь четвероногому другу при порезах и укусах. Первое, что нужно сделать, это остановить кровь и обработать раны перекисью водорода. Если есть возможность, рану необходимо стянуть. В случае сильного повреждения связок и костей, нужно их обездвижить, то есть сделать так, чтобы собака на них не опиралась. И как можно быстрее доставить собаку к ветеринарному врачу, поскольку любая рана подвергается, например, зашиванию тому же в течение ближайших нескольких часов. Старайтесь это сделать как можно скорее.